Внимание к жизни духовной. По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия прошло освящение часовни при НПО имени Лавочкина. Торжественную службу провел епископ Николай Балашихинский. В церемонии приняли участие десятки химчан, в том числе и глава города Олег Шахов. Татьяна Костанда продолжит. Обряд освящения часовни Ильи Пророка проводит епископ Николай. Место, где молитвы возносятся к Богу, всегда востребовано и имеет большую ценность. Поэтому на церемонию пришло немало гостей, в их числе и глава города Олег Шахов. Наш город должен развиваться во всех направлениях, и в экономическом, и в социальном. А это такие события, которые произошли сегодня, очень важны для жителей города, для верующих. И я считаю, что без веры жить нельзя. Это радостное событие для всех православных химчан, в частности, для сотрудников НПО имени Лавочкина. По их просьбе, 5 лет назад здесь была построена часовня. Мы рады тому, что верующий человек, работающий верующий человек, он, конечно, он более нравственно высокий, он более защищенный и он более трудолюбивый. Даже не заходя сюда, увидев часовню снаружи, многие будут задумываться о своей духовной жизни, о своем предназначении, считают священнослужители. Когда мы спрашиваем благословение на свои труды, это значит, мы работать будем честно. Это значит, работать мы будем во славу Божию, во славу Отечества нашего, во славу прекрасного города Химки. По окончании церемонии епископ Николай передал выдающимся сотрудникам НПО имени Лавочкина грамоты от митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия. Татьяна Костанда, Сергей Гвоздев, служба новостей.